Ce matin, on vous a demandé de laisser vos... Министр образования Франции Николь Белубе пришла на первый урок в школе под Парижем. Она входит в число примерно 200 учебных заведений страны, которые с этого года ввели цифровую перемену. Так называют экспериментальный запрет ученикам пользоваться мобильными телефонами. Причем не только на уроках, но и на переменах тоже. Авторы идеи утверждают, что это поможет не только концентрации внимания на занятиях, но и снизить шансы кибербуллинга. Школьники, во всяком случае, на камеру поддерживают доводы взрослых. Pendant toute une journée, être sans leur téléphone et pouvoir vivre autrement, même dans les temps de récréation où ils font autre chose que d'être sur leur téléphone. On s'amuse, du coup il n'y a pas de téléphone, ça sert à rien. Moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça peut nous perturber pendant les cours et c'est mieux de ne pas avoir son téléphone pendant les cours. В этой школе мобильники хранятся в 5 особых ящиках общей стоимостью 300 евро. Школа заплатила за них из своего собственного бюджета. Некоторые учебные заведения сочли такие траты неприемлемыми, хотя министр образования считает иначе. Les coûts financiers me semblent assez modestes. Vous avez pu voir que les dispositifs qui ont été choisis dans cet établissement consistent en l'acquisition de mallettes portables qui coûtent 60 euros l'unité et qui ont d'ailleurs été financées sur fonds propres. Mais bien sûr, je ne veux qu'aucun malentendu s'installe avec l'Association des départements de France. Если эксперимент сочтут успешным, полный запрет на мобильники во всех французских школах могут ввести уже с января.